Всем привет, дорогие друзья! Это красно-синяя веб-арена, стадион главной команды московского ЦСКА. Но сегодня здесь 2-1. Поехали! Свисток Ефима Рубцова. Локомотив, который сегодня в белом, разыгрывает мяч в центре поля. Практически завершен. Остается только дерби ЦСКА Лока. Самая яркая игра, наверное, случилась в Уфе. И чуть позже, пока наблюдаем за атакой Лока, прострел и гол! Гол забивает Локомотив, 1-0. Но это не Криштиану, это Першин. Хорош, ничего не скажешь, 1-0. Забивает Матвей Першин, но не только его удар, а вообще вся атака у Лока получилась очень и очень хорошей. И вот слышно сейчас болельщиков Локомотива. Так аккуратненько попрессинговал его Станислав Слабинский, но Уралева не смутил. Подбор, правда, за ЦСКА. Пас налево. Багринцев. Здорово. Прострел. И гол! 1-1. Празднует Никита Ермаков. Утопает в объятиях. Но он обязан просто этот гол разделить с Эдуардом Багринцевым. Быстрый обмен ударами в дерби. И к 8-й минуте результативная ничья. Вроде бы достаточно сильно выбил мяч Денис. Вторая волна атаки Лока. Подача, удар. И мяч проходит рядом со штангой. Там рикошет, похоже, был. А бил Егор Погостнов. Опять правым флангом Локомотив проходит вперед. Доставляет мяч в штрафную. Не успевает сыграть на опережение Лукин в этот раз. Багринцев себе на ход. А там Щетинин. И вроде бы была фора у Щетинина, но он не успевает сыграть мяч. Реактивный по пермском Амкаре в Енисее. Пока это Першин. Падение в штрафной. Судья не свистит. На газоне футболист Локомотива. Это Дмитрий Заволокин. Лукин на него бросился. И вот еще раз. Вот перешел ли он эту грань? Я даже после двух повторов все-таки говорить не возьмусь. ЦСКА в атаке. Удар издалека и гол! Вот так вот, буквально 20 секунд назад ЦСКА мог получить пенальти в свои ворота. А в итоге армейцы забивают в чужие. И это Багринцев, 2-1. Гол плюс пас у Эдуарда. И учитывая, что к концу подходит первый тайм, я думаю, что никто не сможет отобрать у него негласный титул MVP первой половины игры. Завершен первый тайм и доставил Лока меньше всего проблем. Чекалин тоже в игру вступил. Дождемся титра, который сообщит нам, кто с поля ушел. Был риск нарушить правила. По-моему, это первый угловой ЦСКА. Он получается очень опасным. Удар! И этот угловой мог закончиться голом. На матче Локомотива ИСКА Хабаровск Лока победил 4-0. А ассистентом она была на матче ЦСКА Рубин. ЦСКА снова выиграл, а тогда со счетом 3-1. Удален Щетинин. Он наступает на ногу Ермакову. И тем, что получил желтую карточку. Но в целом он и рывки совершал вперед, и движение создавал. В тайме втором все это пропало. А это удар! Нет, не гол. На секунду показалось, что под перекладину был уложен мяч, но нет, Евсютин не попал. А как же так пробить-то дали? Одним принял и вторым как бабахнул. Угловых во втором тайме еще меньше, чем в первом. Вот подача и нет гола. Главное мяч не потерять. Но вот зачем этот второй-то разворот был? Евсютин, удар. Залетит или нет? Да это не желтое, это может быть даже больше в красноту. Локтем в лицо. Грубо. А
Это удар Евсютина. И это Лукин, да? Заблокировал удар, и все. Финальный свисток на веб-арене фиксирует победу московского ЦСКА над Локомотивом.